Привет всем. Мы доехали до дачи. У нас снег тут. В Ростове совсем немного снега было. Сюда приехали. Там по трассе тоже только из Ростова выехали. Снег прям хорошо лежит везде. И тут вот у нас нормально прям так навалило. Холодно. Капец. Мы, короче, не можем машину подогнать ко двору. Потому что тут сосед стал вот так вот непонятно. То ли он буксовал там, застревал. Вроде нормально стоит. И прямо на проезде стоит машина, а мы там у дороги оставили. И это доски привезли, короче, сейчас будет таскать оттуда же доски. А он стал не пройти, не проехать, короче. Да и как-то страшновато вот его объезжать. Там грязь под снегом. Пока там машина стоит. Сейчас растопим печку и будем что-то делать, чем-нибудь заниматься. Планы одни были, сейчас изменились немножко планы. Вот. Так что так, такая вот красота у нас, зимняя сказка. Итак, мы уже перетащили все доски во двор, сложили. Вот, муж там дальше занимается своими делами. Я пришла покушать сделать. Я-то по дороге перекусила, покупала себе такой, как типа сэндвич с мясом, с листьями салата, капусты, короче, такой вот большой бутерброд. Вот. А он ничего не ел. Ну, сейчас, короче, будем кушать. Заезжали в магазин. Столица называется. Большой такой магазин. Я там первый раз была. Это в Кагальницкой станице, кто знает. Вот. Мне очень понравился этот магазин, здоровенный. Там столько всякой всячины, бытовых всяких, бытовая техника даже. Посуда, кастрюли, столько всего. Куча видов сковородок. В общем, шикарный магазин. Все, что хочешь есть. Вот. Ну, мы купили... В общем, вот этот бутерброд купили там. Взяла себе расческу заменить. Уже давно хочу. Увидела недорогую. Взяла пластилин Кирилл. Вот 100 рублей. 12 цветов взяла. Мужу понравились такие печеньки. Он покупал уже. До этого они ездили. Без меня заезжали туда. Такие вот крекер с отрубями. Вот. Такие печенья взяли. Там вот... По печенью вообще очень большой выбор. Такие вот. Сейчас чек потом покажу. Вот такую лепешку взяли. Хлеб уже надоел. Лепешку еще детям. Вот такое печенье взяли. Всякие зверюшки тут, зверята. Сухарики тоже второй раз взял. Он такие. Понравилось. Так, и взяла 4 тарелки. Белые на Новый год. Хочу, чтобы была белая скатерть, белые тарелки и красные будут у нас салфетки. В общем, в таком стиле. Вот. Тарелка подстановочная 23 сантиметра. Симпатичные. Сейчас скажу по ценам, что. Так, расческа 129 рублей, пластилин 99, крекер с отрубями 81, овсяное печенье 84, зоохрум 75, а тут что-то сэндвич с мясом 132 рубля, вот, ну он типа шаурмы такой был, только в хлебе. Так, тарелки по 129 рублей, вот, также одна каш пури. А, это вот этот вот хлеб. Думаю, что это такое одна каш пури. 43 рубля. И сухари московские 99 рублей. Вот. 796 рублей, в общем. Все у нас вышло. А, подождите, не пойму. А, это за вот это. А за это 470. 7. Ну, почему-то два разных чека, не знаю, как так получилось. Вот, и в магнит заехали, взяли чернослив на развес 50 рублей 100 грамм. Вроде так на вид нормальный. Такую вот колбаску, чек не взяли, не помню.
вернее, ветчина из индейки «Империя вкуса». Я себе взяла роллтон, муж взял себе пюре в стакане. Я пюре не очень люблю. Так, иногда. Вермишель люблю, в общем, так. Сейчас я поставлю чайник, запарю нам все вот это. Забыла в машине рыбу. Рыба в машине, еще салаку купила эту копченую. Наверное, из пакета выпала. Надо будет сейчас побежать за рыбой. В общем, рыбку с рыбкой будем есть. Все, сейчас ставлю чайник, бегу за рыбой и будем кушать. Все, едем мы домой. Подморозило уже 5 час вечера. Прям уже хрустит все. Подмораживает. Решили выехать еще по-светлому. Дороги плохие. Вот там в сторону Ростова тучи. Снег пойдет. МЧС присылала смс-ку. Вот машину тут убрали уже. Вот. Но тут, конечно, не проедешь вообще. Едем домой. Погостили чуть-чуть, дом прогрели. Картошку взяли с подвала. Едем домой. Ой, прям зима-зима в деревне. Блин, так холодно, вообще непривычно. Я не знаю, сколько градусов. Надо сейчас посмотреть. Сейчас гляну, скажу. 0 градусов показывает. Ну, что-то, блин, мне так холодно, я не знаю. И как всегда я оделась легко так. Не думала, что будет холодно. И прям подморозило. Мне кажется, не ноль. Минус точно есть. И тучи там, блин. Ну, я вам показывала. Сейчас не видно будет. В общем, там такие тучи. В сторону Ростова. Вот. Муж завел машину, пошел, забыл взять эту незамерзайку. В бачке заканчивается, а по трассе едешь, оно стекло пачкается. Большой расход идет, не замерзайки. В общем, хотели мы броллеров. Сначала хотели, там ехали в одной станице, указатель. Броллеры живым весом хотели взять. Поехали, ехали, ехали, ехали по указателю, поэтому ничего там нету, блин. Была какая-то промзона, непонятно, забор, там колючая проволока и все, блин. Не нашли, в общем, где оно находится. Приехали у соседки, спросили, она говорит, уже всех забила. Я говорю, ну, будем без броллера. Мы на холодец хотели взять. Вот. Ну, на холодец, так мы думали, штучки 3 взять. И сами хотели забить их, ну, чтобы дешевле было. Вот. Разделать все самим. Ну, не получилось. Ну, ничего. Зато дом навестили, протопили. Хорошенько. Покушали, телевизор посмотрели чуть-чуть, поехали домой. Все, короче. Спасибо, что были с нами. Такое получилось видео непонятное. Вот, все, едем домой. Пока-пока. Find the one.